Ну, естественно, да, уже, знаете, так соскучиваешься уже по нему, и действительно уже охота быстрее выйти, попробовать уже шайбочку, привыкнуть к конечке, чтобы все это опробовать, всю формочку, знаете, на себе попробовать. Ну, действительно, соскучиваешься. Я думаю, у ребят такое же сейчас ощущение. Ну, естественно, как говорят же, лед все покажет. Конечно, ребята сейчас прошли двухнедельные сборы, мы уезжали в Ялуторовске, 2 недели работали только на земле. И, конечно, уже по льду все соскучились, охота здесь уже как бы занятия проводить. И то, что к нам приближенное, как говорится, в нашем спорте. Я буду только очень рад, если они закрепятся в команде, и только удачи им желаю в этом плане.